Один из главных вопросов повестки дня – сотрудничество школы гимназии с Одинцовским кампусом ГИМО в сфере ранней профессиональной ориентации старшеклассников. На сегодняшний момент уже 20 учреждений среднего образования подписали соглашение и активно взаимодействуют с МГИМО. В ходе совещания проректор по общим вопросам Артем Мальгин рассказал о программах бакалавриата, магистратуры, колледжа и лицея. Он отметил важность посещения будущими абитуриентами дней открытых дверей и других мероприятий вуза для своевременного построения грамотной стратегии поступления. На следующий год у нас будет введен ДВИ на два направления подготовки. Это на юриспруденцию и на некоторые программы по экономике. Потому что здесь мы видим уже как бы избыточные для нас абитуриентов контингент, когда ты не можешь сказать «до свидания», потому что начинаются обиды, мы открыли. В том году мы приняли в два раза больше, чем планировали. Исполняющие обязанности руководителя районной администрации Татьяну Одинцову поздравили с именинами. Она, в свою очередь, рассказала собравшимся о начале пятого этапа патриотической эстафеты «Салют Победе». Также она обратила внимание директоров школ на то, что Одинцовский кампус МГИМО всегда открыт для сотрудничества. Мы должны пользоваться по полной программе. Просто у нас будет сейчас спрос. И пятый наш этаж. Берите, берите. Берите все то, что есть. Нам далеко ходить не надо. Тем более вам говорят, приходите, приглашаем. И сегодня в день студенчества мы находимся именно здесь. Потому что грех здесь не побывать. Вот знаменательное событие для всех студентов. И база у нас нам позволяет. Действительно, Сергей Константинович всегда говорит, приходите, пользуйтесь нашими помещениями. Директор МГИМО Одинцова Сергей Васильев и директор колледжа Марина Воробьева наградили самых активных партнеров, директоров ряда школ, грамотами, поблагодарив коллектив за совместную работу. Особенно была отмечена Одинцовская гимназия номер 14, ее директор Игорь Канарский. Это учебное заведение принимает активное участие во всех мероприятиях кампуса, что дает ее ученикам возможность детально познакомиться с факультетами и насыщенной студенческой жизнью.